Футбольные клубы провели очередные товарищеские спарринги. Мозырская «Славия» уступила казанскому «Рубину» в первом матче на учебно-тренировочном сборе в Турции 0-5. Гомель обыграл дома дзержинский «Арсенал» 2-1. Гомельский «Локомотив» в условном гостевом поединке противостоял реческому «Спутнику». Матч проходил в крытом манеже стадиона «Луч». Завершилась встреча минимальной победой железнодорожников 1-0. Автором победного гола стал Илья Шабанов, реализовавший штрафной удар на 45-й минуте. Для подопечных Андрея Горовцова это первая победа в предсезонке. Скажем так, не результат был сегодня на первом месте. Сейчас мы работаем немножко над другими вещами, и мне важно было смотреть, как ребята воспринимают ту информацию, которую они получают на тренировке. Так как ребята работают на тренировках, как они воспринимают, как они переносят это на игру. Да, конечно, есть еще над чем работать, но результат я вижу.